День добрый! Меня зовут Владимир Козлов, и 28 лет своей жизни я занимаюсь одной очень узкой компетенцией – управление сложными переговорами. Мы либо организуем переговоры от лица первых лиц или компаний, часто это супервайзинг переговорных процессов. В ряде компаний, корпораций, организаций я отвечаю за внутренние компетенции развития навыков сложных переговоров. Я максимально уважаю опыт каждого из вас. За каждым из нас стоит как километры сожженных нервов в рамках успешно достигнутых ситуаций, точно так же, как за каждым из нас есть ситуация, ну, скажем так, когда не все удалось достичь. Меня в этом плане всегда выручает мысль, что даже у самого сильного врача есть свое маленькое, но любимое кладбище. Не бывает универсальных приемов. Бывает только тот прием, та техника, тот метод, который сработал именно у вас. Поскольку есть методы скрытого или косвенного влияния, методы психоподавления, зомбирования, прямой или непрямой суггестии, сценарных коммуникаций и так далее, и так далее, и так далее. Переговоры – это всего лишь один из методов. Событие, которое вам предлагается, это как раз для тех людей, которые стимулируют именно навык переговор. Меня зовут Александра Козлова. Моя специализация – это управление конфликтными ситуациями. А в рамках этой программы моя задача – сделать так, чтобы информация и те технологии, которые будут предложены, максимально соответствовали то, что называется персональному костюмчику каждого участника. Наша задача – сделать так, чтобы мы с вами провели аудит вашего персонального стиля, мы это называем костюм влияния, и чтобы вы забрали из этой программы, из всей этой россыпи инструментов, техник, технологий, взяли ровно то, что максимально органично впишется в ваш индивидуальный костюм. Наша задача – помочь вам это сделать.